Добрый день, дорогие друзья. Лето уже заканчивается вроде бы, но комар пока еще лютует. И я сегодня хотел бы вам рассказать о том, как мы спасаемся от комара. Буду делать немножко. Значит, одна часть уксуса. В данном случае часть это будет стопочка. Не наливаю посудину, где у меня будет храниться все это дело. Так, часть, одна часть масла растительного. Обыкновенное растительное масло. Так. И одна часть шампуня. Сам шампунь я взял без химии, натуральный, но он концентрированный, поэтому я его наливаю где-то 1/3 и добавляю водички. Вот так. Вот и все, дорогие друзья. Вот это средство нам помогало от комара все лето. Перед употреблением взбалтывать. Вот. Берешь его и наносишь. Простенько и со вкусом. Пахнет уксусом. И этот запах отгоняет комара. Все, дорогие друзья. Вот что, чем я хотел с вами поделиться. Будьте здоровы. До встречи на рыбалке.